Вы знаете, конечно, хотелось бы участвовать в этой восьмерке и решать про то, что выгодно, и не то, что выгодно, а то, что полезно нам и всему миру, потому что наш президент, он проповедует общечеловеческие ценности в нашей России, они всегда были. Понимаете, это хорошо. Но если нет, то ни в коем мере мы не пострадаем, потому что у нас есть своя жизнь, красивая Россия, великая Россия. Я вот клянусь вам, я от чистого сердца говорю правильно, потому что я цыганка, я живу в России. Что я? Я народная артистка России. Меня любят. Я выхожу на улицу, меня улыбаются. Это счастье. Почему? В нашей России. Никто меня не притеснял, никто меня не убивал, никто меня... Я веду хорошо себя. И если мы будем каждый вести себя хорошо, то нам будет жить лучше и хорошо. Поэтому эта восьмерка, семерка, как наш президент пожелает, понимаете, захочет, значит, примут, примите, а не примут, и Бог с ними. Люди, сами заседайте и решайте. Потому что наш президент самый лучший. Это я не потому что говорю, а потому что он самый лучший, потому что он проповедует то, что важно людям, народу. Вот и все.